Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, давай-ка откроем с тобой сундучок и глянем, что тут нам выпадет. Так, это сколько получается? 45 рун нам выпало отсюда. А здесь? А здесь только лишь 25. Но все равно, ребята, круто, круто, ничего не скажешь. Я так понимаю, событий у нас сегодня не будет. Ох ты, как это не будет, ребята? Будет. Происшествие, стихийные стихии. Слушай, вот это круто. Я не ожидал, на самом деле, я думал, что сегодня мы займемся с тобой ареной. Но раз так дела обстоят, конечно, будем играть. Так, давай мы вначале с тобой, наверное... Ай-яй-яй, дровница заполнена. Вы, в конце концов, у меня прокачаетесь или нет до титанов? Ну, давай. Ну, как же так? Ну, вы меня... Просто выводит из себя, ребят. Понимаешь, они меня просто выводят из себя. Пускай летит, конечно, обучается. Так, а у нас кто-то еще же, по-моему, или нет? Так, этого подняли по уровню. Здесь забрали бревна. Так, ты-то как у нас? А, ты у нас просто. Просто прокачался, я думал, ты готов перейти. Так, а здесь уже интересно, друзья мои. Сколько у нас там еще дней-то ждать? По-моему, 3 дня, как минимум. Или сколько? Или 2 дня? 3 дня. Когда наша эта постройка улучшится. Здесь нам, в принципе, ничего не надо. Эксклюзивный север-свет. Слушай, прикольно смотрится. Так, значит, нам нужны с тобой вот эти вот флаги. Кто-то из подписчиков написал: Рэй, ну попробуй найти, типа, вот эти вот детали, который нам не хватает. Ох ты, смотри-ка, пак. Ничего себе, я думал, рыба выпадет. Так, внезапное нападение. Вау, давай. То есть в любом случае мы как бы с тобой в выгоде остаемся, да? Значит так, открываем с тобой пак бесплатный для начала. После него уже будем открывать пак, который за рекламку, короче. Бонус. И забираем с тобой начиночку. Так, лаварык и просто ресурсики. Окей. И давай, наверное, еще один пак с тобой глянем по-быренькому. Вот он. Монетки Одина, 9 штук. Ну давай, в копилочку. И показывай, что у тебя здесь. Ну понятно, просто ресурсы. Замечательно. Что у нас там? Зеленая смерть. Сломанный меч, тусклый янтарь. В общем, все как обычно. Давай-ка мы откроем с тобой редкий пак, который у нас на арене залежался уже. Посмотрим. Громель, кревет, шепот смерти, костолом, водорез, экзотический шепот смерти и все, друзья мои, просто все. Слушай, ну что-то меня этот редкий пак не особо порадовал, будем честны. Так, давай смотреть, что у нас тут. Ну и что же нам достанется? Ну, естественно, тусклый янтарь. Хоть бы раз дали бы гребешок. Так, пускай бесплатно летит. Ну, а у вас что? О, надо же. Лечебницу, конечно, пускай летит. Так, кривоклык. У тебя как дела? Что-то нам дашь? Янтарь. Но тут либо янтарь нам выпадет, либо шестеренка. И выпадает нам с тобой шестереночка. 3 штуки. Так, отправляем его на задание с тобой дальше. Пускай летит. Так, Грамгильда, у тебя что? 2 шестеренки, понял. Продолжаем. Пускай летит на пляж. О, тут сумка, кстати. Дальше, дневная фурия, что ты там у нас отдыхаешь? Ух ты, 71 руну, прикинь. Красава. Вот так вот взяла и 71 руну мне просто подарила. Погоди секунду. Пускай летит, ищет вот этого вот пылевой буян. Поиск. Поиск, бесплатно, да? Пускай летит. Так, а мы с тобой забираем здесь руны.
Вроде бы все пока, да? Сейчас я еще раз посмотрю. Ага, нет, не все, ребята. У нас еще костолом. Ну, да ехало, ну, чуть-чуть совсем не хватило. Да что ты будешь делать? Ну, ё-моё, ребят, ну, я не знаю. Я не знаю, что с ними делать. Так, этих мы с тобой давай прокачаем, наверное. Чутка, да? Так, нам нужно с тобой отправлять на прокачку кого? Ой-ой-ой, кого? Ну, давай, наверное, мы отправим с тобой. Так, кревет у нас тут 3 миллиона рыбы, прикинь, он притащил. Давай, гроза морей, наверное, у нас будет по чуть-чуть прокачиваться, да? Дальше. Снежный призрак. Тоже пускай летит, качается. Так, где мой весночес? Вот он. Пускай тоже летит, тренируется. Так, ты у нас пока посидишь. Сладкоед уникальный, пускай тоже летит. Прокачивается. Ну и вроде бы пока все, да? Заберем свои награды, которые у нас тут накопились. Янтарь. Тут у нас цветочки Фреи. Это все мы с тобой забираем. Еженедельное. Ничего нету. Зачем тогда ставить восклицательный знак? Я не знаю, ребят. А что они показывают мне все время сюда? Ух ты, неборез. Прикинь, как классно он выглядит, ребята. Мне нравится. Грязи коготь. Классический пак. Мы можем с тобой открыть классический пак. И вот здесь вот. Ух ты. Ну, мне кажется, опять скользкопив выпадет. Ну, ребят, ну, вот, хоть что делай. Ветроход, у меня ветроход вообще есть? По-моему, есть. Ну что, рискнем? Давай рискнем. Да, я хочу купить. Смотрим, ребят. Сумка, руны. И вау, 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 вау. Скользкокрыл. А вот такого у меня и не было. Тра-та-та. Я сошла с ума. Ребят, размещаем, конечно. В данный момент он выглядит как змея, прикинь. Как обычная змея, но на самом деле у него потом появятся крылышки. Слушай, ну вот это вот, вот это приятно. Когда ты потратил руны и... Точнее, не руны, а монетки Одина. И не просто так потратил, а получил довольно-таки неплохого дракончика. Ух, сколько у меня уже. Так, а где он? Куда он... Кстати, нам нужно с тобой прокачивать вот этого. Подожди-ка, он же у меня есть, по-моему, да? Еще один такой. Так, слушай, слишком, по-моему, много. Так, крылатый ужас, это необычный? Тоже необычный. Надо избавляться от излишков, тебе не кажется так, а? Вот мне почему-то так кажется. Слушай, а где у нас этот? Вот еще, смотри, как крылатый ужас. У нас, оказывается, много крылатых ужасов. Так, цыпа. Погоди, а куда он делся-то у нас? Змейка-то наша. Я же его отправил в ангар. Нет, ну это не ветродуй. Во, вот он, господи. Как он хоть выглядит-то? Ага, вот, видишь, ну я говорю, как змея, только с крыльями. Прикольно. Так, что у нас здесь? Опачки, а что это, я забыл открыть пак? Еще в прошлый раз? Точно, ребят, забыл. Так, ладно, монетки Одина. И что нам здесь выпадет? Громобой, громель, костолом. И немножко ресурсов. Шикарно. Просто шикарно. Ну что, друзья мои, теперь идем с вами на события. Да-да-да, на события. Мне очень интересно посмотреть. Ох, ёлки-ты-палки. Ёлки-ты-палки. Это событие, ребят, не на один раз. Боец, мне снова нужна ваша помощь. Нужно пополнить запасы ресурсов. Как для викингов, так и для драконов. Я понял тебя. Так, подожди-ка. Мне не нужен здесь стальной капкан. Давай-ка мы поменяем. У нас здесь должен быть ветрокрыл. Вот так вот. Ну что, вперед, как говорится, из песни. Первое, что мы с тобой заработаем, это 50 рун. Естественно, рунки — это классная штука. От рун я никогда не отказываюсь.
И вам не советую. Так, сколько здесь волн? Всего лишь две. И кто там у нас? Душитель мелкий, да? Какой уровень-то хоть? Покажите мне. 14, ну, в принципе. Ну, он один-то не сделал здесь ничего нам. Он один. Правда, у нас две волны здесь. Так что, слушай, а он, смотри, как крепенький. Он крепенький, я тебе скажу. То есть, смотри, мы его бомбим, вроде бы, да? А заруится-то у него все. Все больше и больше, хотел сказать, меньше отнимается с каждым разом. Вот что я хотел сказать. То есть, а он 14 уровня. Как такое может быть? Типа мини-боссика какого-то или что? Так, он промахнулся. Ну что, добьем его сейчас, да? Норм. Так, последняя волна, кто у нас там? Ага, водорезик, собственно, персон. Тоже какой-то, ребята, крепкий. Так, ну его надо нам, наверное, брать в слепоту, скорее всего. И потихонечку-потихонечку разбирать. Норм. Так, он сейчас, естественно, будет что-то тут. Ага, дудки тебе. Фиолетовый, по нему кто? А, зеленый. Ну, я не вижу, чтобы мы наносили по нему особый там какой-то усиленный урон. Стихийные стихии, да, значит, у нас. Тихо, подожди, давай вот так еще сделаем. Норм, погнали. Бонзай, так, что-то там. Фигушки тебе. На. Добиваем. Ну что, первая битва успешно у нас прошла. Ну, само собой разумеется, мы с тобой крутим колесо. И будем надеяться, что выпадет нам пак или... Оу. Прилив сил, спасибо большое. Это меня радует. Давай еще прилив сил. Ать, вот надо было перепрыгнуть на древесину, а? Ладно, мы с тобой забираем 50 рун. Тоже очень приятно. Так, и переходим на следующий поединок. Давай. Там уже, кстати, потом будут загадочный пак, но это будет через два боя. Получается, да? Ну и кто у нас тут? Покажите мне. Ага, ужасное чудовище. Почему они такие сильные и крепкие? Я никак не могу понять. Я их не могу разобрать. Ой-ой-ой. Ты смотри, какой мы наносим по нему урон маленький. Но ведь это неправильно. Так не должно быть. Сейчас опять укусит, да, ветеркрыло? Нет. Что-то он начал делиться. Мы тогда делаем с тобой вот так. И погнали. Это он один. А ты представь, если их будет трое вот таких вот. Сейчас бы мне как влетело бы. Он еще и усилил атаку себе, ко всему прочему. Прикинь. Только половину здоровья отнял. Это на 15-м-то уровне. Он такие штуки вытворяет. Здоровски. Так, давай-ка мы на него опять слепоту вешаем. Это хорошо, что у нас есть кривоклык, который может вешать слепоту. Так бы, я думаю, мы уже с тобой кого-нибудь потеряли. Так, будем его кусать, мучить. Все делать, чтобы его как можно быстрее уничтожить. Там еще вторая волна, не забывай об этом. Прекрасно. Так, что ты там хочешь сделать? Оу. На тебе. Успеем добить? Ай-яй-яй, нет. А вот тут да. Хм, злобный змеевик, друзья мои. Злобный змеевик. Опять же такой крепкий. Да что ж ты будешь делать-то? На тебе. Слушай, ну если они будут по одному здесь выходить, то... Пускай мы, конечно, будем с тобой медленно их пинать. Но все-таки будем уничтожать их. А вот если, например, вдвоем или втроем вот таких вот мощных, то я боюсь, мы будем проигрывать. Так, ну здесь половину хп мы уже отняли. Что ты там делаешь? Ага. 15 уровень. Злобный змеевик. Это еще хорошо, что мы с тобой, вот уже сколько раз, ребята, я об этом говорил, приобрели вот этот вот монумент, чтобы мы не промахивались. Это вообще великолепно. А раньше, когда мы с тобой промахивались, кстати, я вам тоже рекомендую покупать в первую очередь именно этот монумент. Изваяние. Ну-ка, посмотрим, что на этот раз нам достанется. Древесина. Или... Вот. Вот это я понимаю правильно. Плод мудрости.
А теперь рыба. Ладушки. Грех жаловаться, да, как говорится? Ну что, у нас еще одна битва, ребята. После этого только мы заберем с вами пак. То есть здесь больше боев будет, чем призов, так скажем. 12 уровень. Шепот смерти. Собственно, о, так он тут ватный. Хм. Значит, на второй волне что-то ждет посерьезнее нас. Ты посмотри, здесь он вообще на изи идет. Так, что там, два душителя, да? 13 уровня. Понял. Но они тоже ватные здесь. Они здесь тоже ватные, ну-ка. Так. Укусил своего, нормуль. Ну, что ты там? Понятно. Так, давай сделаем вот так вот. Так, ну что, добиваем этого. Надо было вот этого, наверное, добить. Все. Ну, тут тоже легко было, на самом деле. Давай-ка крутить. И... ох ты. Что? Все-таки пак загадочный, я думал, перелетит на фрукт. Ну, здесь, понятно, древесина. Так, мы с тобой забираем еще один загадочный пак и двигаемся дальше. То есть максимум, докуда мы дойдем, это до 1000 янтаря. Угу. Ладно, вперед, давай смотреть, что у нас тут за противники такие будут. Кто там собрался? Хофер, да? Ладно, 12 уровня, один. Так, он довольно легкий. В принципе, нам его уничтожить никаких проблем не составит. Да, он делает, конечно, некоторые пакости, но это терпимо. Тут три волны уже, ё-моё. Так, я не знаю, кто это такой. Ну, похож на этого, лаварыга, поэтому трогать я его, наверное, не буду. Справимся, наверное, без его помощи, или как? Давай, фиг с ним. Сделаем вот так вот. Все равно нам энергию надо куда-то тратить. Добиваем. Здесь кусаем. Он очнулся. Начинает психовать. Подожди, вот так вот мы сделаем. Ну, зеленый, понятное дело. Тут только лишь кривоклык может ему наносить достаточно хороший урон. Кто бы сомневался, что ты это будешь делать. Он хочет на ничью выйти. А в этих режимах, ребят, на ничью не выходишь. Нет такого здесь. Все. Последняя волна. И здесь... ой, кревет и шторморез. Ну-ка давай. Ну что ты там? Нам надо вот так делать, ребят. С креветом лучше не шутить. Все прекрасно это уже давно знают. И в том числе и я. Если он сделает свой суперудар, ой, наверное, не поздоровится. Так, ну что, остается совсем немножечко, да? Ох, как хорошо он бомбанул, ты посмотри. И усилил себе атаку. Ну что, шторморец, вот мы до тебя и добрались. Погнали, кусаем и уничтожаем. Великолепно. Очередное колесо. И... ну, нет. Не дотянуло чуть-чуть. Ладно. Ну, здесь понятно, древесина. Даже думать не о чем. Так, ну что, последний поединок, это у нас будет мини-боссик. Смотрим. Смотрим, какой именно мини-боссик здесь будет. Сколько волн. Волн будет 3. Угу. Уже 2. Два дракона у нас тут стоят. Так что готовимся к худшему. Началось, короче. Так, ну что, хильнемся. Понятное дело, тут лучше захиляться. Иначе нас тут разбомбят потихоньку, да? Так, а этот еще и с усиленной атакой, ё-моё. Плохо дело.
залечим раны. Так, он красный, да? Ну, понятно, почему он... Подожди, нет, непонятно. Нет, мне, ребят, непонятно, почему он бомбит именно Барсика. Так, тихо, тихо, тихо. Погнали. Надо быть аккуратным. В адрес кого будет бомбить? Понял. Давай-ка вот так вот сделаем. Этого нужно контрить. Иначе крышка нам будет здесь. Так, допустим. Так, водорез. Ё-моё, по-моему, потеряли мы Барсик с тобой. А, вот как он сделал. Тогда все нормально. Тогда все тип-топ. Хиляемся. Уничтожаем. А этот что сейчас будет делать? Понял. Понял, не дурак. Дурак бы не понял, а я понял. Ну что, тут хиляться, конечно же. И добивать. Ой. Ой-ой-ой. Как бы мне-то... Не, нормуль. Блин, наверное, придется вот так вот сделать. Не хотел, но придется, ребят. Ё-парасоте, вы серьезно? Ядрить, макарить. Это уже, ребят, не шутки. Это уже не шутки. Тут все зависит от того, ребята, кто будет первым готовиться к атаке. Суператаке, не забывай об этом. Не забываем, на четырех энергиях этот выпускает свою ярость. Заморозку. Так, что ты там? Просто удар, да? Просто удар. Так, сейчас ходим мы. А у него на четвертый... А, там 5 нужно, 5, все, понял. То есть сейчас он ничего не сделает, просто ударит нас. Просто ударит. Так, здесь мы с тобой. Так, погоди. Сделаем, если мы так. Потом. Ну, ё-моё, как бы не ошибиться. Давай проверим. Я надеюсь, он будет делать разбег. Я надеюсь на это. Нет, он не стал делать разбег, ребята. Это значит, что это сейчас будет нас в сон. Ой-ой-ой, сколько урона. Терпимо. Ребята, это терпимо. Слушай, повезло, по-моему, нам. Этого уничтожили с тобой. Так, этот сейчас кому сейчас звезданет. Промахнулся еще к тому же. Раз, два. Твою ж налево, он опять, да, сделает свой суперудар? Не сделает он ни шиша. Или сделает? Посмотрим. Нет, не сделает, у него 4 энергии всего. Хи-хи-хи. А, он хиляется. Нет, парень, так дело не пойдет. Давай-ка. Без выкрутасов. Хиляется он. Все. Ну что, мы крутим колесо и смотрим на награды. Давай плод мудрости, фиг там. Замечтал. Ну а здесь, опять рыба. Ладно, друзья мои, неплохо все равно, я считаю. Так, у нас тут классные паки в конце стоят. 100 рун еще будет. Ну и как ты понимаешь, тут будут, конечно, злобные противники, против которых мы должны будем простоять, устоять и победить, ко всему прочему. Ну, а мы с тобой открываем паки, которые заслужили. Так, поехали. Начнем с загадочного. Так, бонус для наездников. Получаем руны, точнее, монеты Одина. Кревет, костолом, громобой и ресурсы. Окей. Так, следующий пак. Какой там у нас загадочный? Открывайте, пожалуйста. Что тут? Костолом, древоруб, водорез. И все. Загадочный пак не особо, ребят, хорош на самом деле. Так, и забираем с тобой здесь 1000 тусклого янтаря. Естественно, сразу же будем его переделывать в светлый.
Так, подожди, не сюда я зашел. Вот. Обмен. Норм. Так, вы-то что сидите, прохлаждайтесь. Быстро, быстро работайте, сказал вам. Давай, 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 давай. За древесиной побежали. И вроде бы пока все. Тут, как ты видишь, 3 дня еще нам ждать. А уже потом будем дальше прокачивать нашу деревушку. Да. На арену мы сегодня не пойдем. Мы пойдем тогда уже в следующий раз. Надеюсь, завтра. Ну как надеюсь, наоборот хорошо, если завтра. А, у нас же завтра мы с тобой будем допроходить. Ну, не знаю, ребят, давайте так. Если захотите, то я сделаю вечером еще серию. Там, пиши уже в комментариях. Плюсик, минус. Если плюсик, то мы сделаем с тобой вечером еще одну серию. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!